Это Кавказский репорт. Показываем дойный зал, который установлен в нашем хозяйстве на 4 коровы. Вот так вот коровки стоят и доятся. Как видите, сейчас дойка происходит в отдельное ведро, которое находится у нас для проблемных коров. Но сейчас мы доим через это ведро всех коров, которые у нас отелились. Пока это всего 3 коровы. Четвертая сейчас загнана, вот стоит, она чисто для вида, потому что только при полном наполнении дойного зала коровки все поджаты и стоят спокойно. Вот. Сейчас можете посмотреть вот это вот аппараты, автоматы доения, которые будут в последующем выключать вовремя вакуум и снимать аппарат с помощью вот этой вот ниточки. Каждый аппарат стоит на своем промывочном месте. Здесь же идет молокопровод и вакуумпровод. Дальше вот здесь стоит вся аппаратура для поддержания вакуума и перекачки молока. Там стоит молоконасос. Также здесь устройство для промывки всего зала. Это шланги с водой. Наши препараты для после и перед доения. Салфетки, нюансы для чистки и так далее. Вот так вот выглядит доильный зал. Вымя находится на уровне глаз, что облегчает постановку и съем аппарата. Также на уровне глаз находится и все испражнения коровьи, поэтому постоянно требуется после дойки, требуется промывка всего зала. Сейчас мы доим долго, потому что в один аппарат, из-за этого корова у нас находится здесь раза в 3 дольше, чем должны находиться. Из-за этого часто очень коровки испражняются, в том числе и здесь. Вот. Но когда в дальнейшем будем работать на обычном заполнении, то есть, соответственно, все 4 аппарата будут работать, все 4 стойла места будут работать, тогда коробки будут проводить здесь не более 7 минут.